Все работы хороши, выбирай на вкус. Так говорил классик почти 100 лет назад. Какие же профессии хотели бы выбрать наши горожане, сегодня и узнаем. Наверное, что-нибудь для работы на себя. Может быть, мастер маникюра. Это сейчас очень востребовано у женщин. А вы сейчас кем работаете? Я диспетчер наземного транспорта, но сейчас я в декрете. А есть шанс того, что вот после окончания декрета вы смените род деятельности? Наверное, нет, потому что у меня нету времени обучаться, надо с ребенком, занимает очень много времени. Палеонтологом бы стал. А сейчас кем вы работаете? Я палеонтолог-любитель. А кем вы являетесь? Ну, в первую очередь, мамой. А по профессии? Врач. Врач? А какая направленность? Терапевт. А кем бы вы хотели стать в своей жизни? Я уже стал кем хотел. Кем есть? А кто вы? Я делопроизводитель. Нравится профессия? Да, нравится. Я ее знаю, работаю уже давно, и мне очень нравится. Лесником бы стал, господи. А вы сейчас работаете? Уже нет. А раньше кем работали? Проектировал в строительстве. Смотря сколько лет. Ну, допустим, 20 лет. Сварщик. Сварщик? А почему так? С рождения люблю трубы варить. А сейчас вы кем работаете? Начальник по сварке.